значит, футболист высокого уровня. Подсек мяч и сохранил его в атаке для своей команды. Пепе Криштиану по центру отдает на Модрича, но слишком сильный пас, неточный от Криштиану. Еще есть время. Модрич, Криштиану! О, какой эпизод! И будет ли гол? Великолепен Роберто! Причем дважды хорош. Ах, какая точка у первого тайма, а, друзья? Уже команды в сонный ритм такой начали нас погружать. И вот так вот решили завершить. А Криштиану после получения золотого мяча намеревается, видимо, так его отметить. В матче с Бетисом передачу по факту он ножницами сделал на Марату.